Всех приветствую, ребята. Итак, за кадром я добежал до деревни. Посмотрим, что нам тут скажут вообще на все это дело. Так, а где старейшина-то? Нам туда. Блин, я так и думал, что нам просто нужно через это место пройти, чтобы чекпоинт зачли. Да, нам туда. Все, на месте. Как человек оказался в особняке? Да, у этого парня серьезные проблемы, но он дал нам устройство искривления. Клянусь богами, ты сделал это, у тебя есть устройство искривления. Это может сработать. Ты продолжаешь давать нам надежду, великий спаситель. С помощью этого устройства искривления ты можешь переместить Крубиса прямо к себе. Как угодно. Но, увы, тебе понадобятся его координаты и чистый варп-диск, чтобы закодировать их. Ну ладно. Ты их ни за что не получишь. Эта штука в шахтах. Мы можем спуститься туда и взять ее прямо сейчас. Точно. Возьми этот код доступа и отправляйся в шахты. Там есть все, что тебе нужно. Вот, спасибо. Знаете, ребята, вы разработали для нас этот план. Это действительно много значит. Знаете, это все многое для нас проясняет. Ну, в общем, мы сделаем это. Я могу сказать, что ты чист душой. Конечно. Ну да, наверное. Пожалуйста, не подведи нас. Ладно. Только да, говорит, это было очень грубо, но ладно. Не знаю, зачем я наверх лезу. Нам же туда? Да, нам туда. Отлично. Воспользовались паролем и вошли. Боже, G3 вообще пытаются переучить местных майтов? Угу. Так, а если я стрельну в них вот этой штукой? Ясно. Профита мы с этого никакого не получаем. Здравствуйте, жители города Блим. Это магистрат клан Нагман. И я хочу знать, могу ли я рассчитывать на ваш голос в на предстоящих выборах? Мы также хотим, чтобы вы пожертвовали много денег на нашу компанию, если вы в состоянии. Мы отправим вам около 800 автоматических писем об этом, пока вы не сделаете этого. А если вы пожертвуете, мы отправим еще больше писем, потому что теперь мы знаем, что вы пожертвуете, если мы будем достаточно настойчивы. Спасибо. Так, через такую штуку мы еще не умеем проходить. Да, и наш пистолет никак это не комментирует. Что можно было бы сделать для этого? Ого. Кто там с кем дерется, интересно. Ну, я пока не полезу там выяснять это, может, они там друг друга сами перебьют. Чё, ёбаные маленькие уроды? Ни хрена себе, похоже, у G3 возникли проблемы. Может, они сами разберутся с ними? Ну, надеюсь, что так. Я, блядь, убью каждого из вас, маленькие куски дерьма. А, вон он где. Нихера не видно, где стрелять, правда. Они там все за кустами все сидят, ладно. Опять туда нам не попасть. Yeah.
так. А, вон вы где. Готово. Тут тоже где-то рядом сундучок лежит. А, вот ты где. Он хотел других своих крейшей освободить. Туда, туда. Уже близко. О, прям как знал. Это вход в шахты? Ну, судя по всему, да. Господи, они действительно испортили это место. Я не знал, что все так плохо. Ой, что это было? Эти парни просто не дают покоя, не так ли? О, черт. Честно говоря, они, конечно, работают на G3, но все еще хуже. Так. Так, ну, выходите, где вы? Вон один пытался заныкаться от нас. Меня тусуются, но я их не вижу в упор. Да где они? Они типа вот тут стоят. А, вы внизу. Готово. О, а, нет, этого я уже видел. Так, летающие пацаны пока самые мерзкие. О, можно ножом гранаты отбивать. Хера себе, дела какие. Так это
Ой. Я встал прямо на эту гранату. Вроде бы все. Еще он где-то здесь. А, здесь не сундук, здесь этот, да-да-да. Найдем того, кого не добили. А, вот. Ладно, теперь попробуем лифт. Подожди, пока без лифтов. Заберем кристальчик. Кайф. Фар кристалл. Там ничего. Просто черное пятно. Потеряли текстуру целую. Okay, this should take us down into the mines. Going down, huh? Падаем вниз, да, извини. Я чуть было не пошутил, но я сохраню это. Мы никаких грубых шуток от меня, это обещаю. Во всяком случае, не от меня. Может быть, ты подкорректируешь какие-то базы, и одному богу известно. Но знаешь, меня здесь как персонаж-помощник с оружием. Ой. О, он остановился. Класс. Все что ли? Этого товарища не взорвать нам. А внизу уже бегают что-то. Кишат. Ладно, будем аккуратно спускаться. All right, don't forget, we're looking for a blank warp ticket and some way to find out where Krubus is. Let's get to work. Он там что-то говорит, чтобы мы не забывали, что мы ищем какую-то вещь, но я не успел прочитать. Я отстреливался и отбивал все-таки товарищей. А че он убегает от нас? Мы никак не можем прийти мимо этой лазерной решетки. Должен быть какой-то способ ее отключить где-то здесь. Но мы найдем его, конечно, да. А, ну вот тут он даже прям для дураков нарисован, что нам туда. Ого, хера себе, все это время можно было так сделать. Но что-то, конечно, так себе.
Алло, охотник за головами, ты меня слышишь? Да слышь. Так, вот туда-то уже посложнее, конечно. Но это, видимо, если мы там пройдем, то мы сможем тут оказаться. Наверное, как-то так это работает. Ну, вроде разрулили. Перестреляли всю эту челядь. Ага, вот сюда идет проводок. Right. Ура! Супер, какие мы молодцы. О, и магаз открылся сразу, внезапно. Hey, привет, добро пожаловать обратно в квартал. Что я могу для вас предложить? О. Новый интересный орган для Кенни, позволяющий ему быстрее генерировать слизь, чтобы вы могли быстрее вернуться в Global Shot с меньшим временем промедления. Это не имеет отношения к делу и, вероятно, вас не заинтересует, но это также помогает при стимуляции простаты. Пойдет. Выручка от всего напрямую пойдет в G3, он говорит. Так, вы можете использовать этот волейбольный мяч для игры в волейбол. Для этого существуют волейбольные мячи. К сожалению, все охотники за головами дали священную клятву никогда не играть в волейбол. Это канон. Все, у тебя больше ничего нету. Сейчас еще прогуляемся, точно что это. О, внимание, горная операция. Это я, Крубус, ускорьтесь. Я вас убью. Найти больше рабов будет очень легко. Так что просто делайте свою работу. И добывайте больше пушистиков. Ага, понятно. Mining operation 12C. This is Krubus again. One of you weird moblet. Что-то я как-то пропустил, когда он в прошлый раз появился. One of you weird moblet fucks just delivered me a batch of defective Furgles. You wanna know how I know they're defective? Because they're fucking dead. Looks like most of them got crushed in a cave-in, and I punished the moblets responsible. But it looks like they died in the cave-in too. Don't let it happen again. Они параллельно болтают, и все это в одну кучу текста превращается. Я не знаю, как за этим следить. Так-то вон как можно было их тут всех посметать. Как нифига делать. А еще оттуда можно было сюда прыгнуть, по-хорошему. Вот толку от этих непонятно какой, конечно, но ладно. Блин. Ой. Ой-ой. Нет. Я упал в текстуры. Да-да-да, Крубус, я понял. Он должен от этой удариться в эту штуку. План такой. Все улетает в ебаный сундук.
Ну хрен его знает, короче. Что-то опять какая-то головомойка на ровном месте. О! Достойные головоломки. Только что разговаривал по телефону с корпорацией. Сегодня придет новый сотрудник. Нет, нет, я не знаю, как он выглядит. Почему это твой первый вопрос? Не знаю, Мэрил. Может быть, потому что мы работаем в офисе и не просим снимки голов с заявлениями. Нет, точно, я буквально не представляю, как он выглядит. Если бы кто-то вошел прямо сейчас, я бы просто решил, что это новый сотрудник. Да, любой... Да, любой человек с улицы, мне все равно. Нет, я просто разница между мной и тобой в том, что я позволяю жизни проходить со мной, а ты пытаешься ее контролировать. И возьми ее в свои руки, и знаешь что? Ты быстро усвоишь урок. Вы не можете бороться с океаном. Вот почему я сижу здесь на стабильной должности административного помощника. А ты где? Где? В кресле? Лазейбой, принимаешь пожертвования. Ты попрошайка, то есть... Я не употреблял этих слов, но... Спасибо, что дали мне этот словарный запас. Это я ценю. Ну, причина, по которой... Здесь... Знаешь что, папа, с меня хватит. Понятно. Why the fuck does God Mantuis always stick me with the paperwork? Doesn't he know I have fucking drills for hands? For one thing, that means I should be drilled. Another. Хрен знает. Хрен знает, почему это сразу не могло сработать. С одной стороны, да ну тебя нахер, задолбал уже. Так, ладно, давайте зайдем, станем новым сотрудником. А, простите, мне так жаль, я не видела тебя там. Я Хелен, мне просто нужно знать. Вы новый сотрудник или... Ага, я новый босс. Вообще-то я новый босс, абсолютно. Да, точно, ты не мед. Однако, мне нравится, когда у новых сотрудников есть чувство юмора. Давай подготовимся. Приходите в соседнюю комнату и найдите себе место для работы. Идите без меня, я уже много лет не вставал с этого кресла и не собираюсь начинать это сейчас. Да? Ой. Ой, а дверь-то за нами и закрылась. Эй, вы должно быть офисный клерк, да? Просто разберитесь с бумагами. Ладно. Я посмотрю, что можно сделать. О боже, так это больше бумажной работы, чем я ожидал. Ладно, приступим к работе. Итак. They create new life in front of you, and you get to eat it alive? Shit's wild, man. Hyperfeast. See there, girlfriend? You're my girlfriend. We're dating. Oh my god, I'm going insane. I'm going fucking nuts. What? Yeah, God, I think my brain's breaking. I think doing this job is making my brain break completely. Oh, yeah, me too. It's fun. You don't mind your brain breaking? But you don't mind this fucking monotonous nightmare work? No, no, it's nice. Okay, it's cool to get into a broken brain. I can't do math anymore. And if I stay here another year, I think I'll forget how to say Готово. Наконец-то. Могу заниматься математикой. Если я останусь здесь еще на год, я думаю, что забуду, как произносить трехсложные слова. Ладно, это честно... Three words I won't be able to say next year, so favor them now. Oh, buddy, I will. Они там несут какую-то полную херню. I kind of don't mind this at all. Hey, what
time did we say for Hyper Feast again? Don't you listen to anything? We said Zorg. Zorg. Right. Damn. I just remembered I had something going on at Zorg. Holy shit, I'm gonna blow my fucking brains out. What? Oh, I didn't see you there. Do you still sit here? That's so funny. Yeah, this is still my spot. А другую клавишу нажать нельзя. I think if I sit back down at my desk, my soul is just gonna leave my body. Okay, well, I've got work to do. Yeah, I know, me too. I have to do all this fucking work, this the whole fucking problem. All in a day's work. Glad we наконец-то got that all done. Третьей стопки точно не будет. The cold sting of irony. Холодный укус иронии. Ирония ли это? Я так и не понял. Ну погнали. That was one night. We got married for one dumb night and had 16 kids. You need to leave me alone. Oh, geez, yeah. No, I'm so sorry. I didn't mean to bother you like that. It's fine. Just let me get back to work. I gotta be honest. I totally forgot we used to be married and had 16 kids together. That's not why I came over here. I just think you're nice and pretty and good at listening. Really? Because I am. I'm nice and good at listening. Oh yeah, I know that very well. Wow. Well, Super. Okay, ладно, мы закончили. No больше никакой бумажной работы. Вы меня слышали? Я сказал, больше никаких бумаг. Даже четвертой стопки нет. Хорошо. Черт возьми, ты заполнил это бумаги как сукин сын, как настоящая сука. Чтоб тебя. Тебя повысили, ты можешь свободно заходить в кабинет Крубиса. Почему? Потому что иди нахуй, вот почему. Мне не нужна причина. Я босс МакБоссингтон. И я буду здесь дрочить или еще что-то. Или еще что-нибудь, мне насрать. Вау, ну, я думаю, ты... Ладно, они там снова там про свое какое-то говно разговаривают. Так это должно быть кабинет Крубиса. Возможно, мы сможем это как-то использовать. Крубис, где ты? Это Гарамантус. Я только что проверил журнал, и ты отстаешь на 3 дня. График с последней партией. Но знаешь что? Это не такая уж хреновая проблема. Теперь, когда мы открыли людей, эти пушистики ни хрена не стоят. Возможно, даже мы их выбросим. И не собирались сворачивать всю эту операцию, только чтобы собрать все силы на земле. Братьям Скрэндл попросить их расширить свои мощности, чтобы узнать больше об их людях. А ты уж попробовал одну из этих хреновин? О боже, это такой кайф. Просто неземной. Не могу поверить, что такой вид действительно существует. Люди. Кто бы мог подумать. Короче, больше не лажай, даже если это будет неважно. Или я сам тебя выкурю. Вы только посмотрите на это, он отметил свои координаты на календаре. Так, теперь нам нужен чистый диск, чтобы закодировать его. Так, escape, что ли? Так, там наверху, очевидно, ништячки. У меня получится. Нет, не цепляется ни в какую. Блин. О. А, мне показалось, это кто-то стоит. Нет, нифига подобного. О, получилось. Ура! Глоб-почка. Новый интересный орган для Кенни, позволяющий ему быстрее генерировать слизь.
чтобы вы могли быстрее вернуться к Global Shot с меньшим временем. Угу. Oh, what a fucking rip-off. Все, ой, ой. Вот мы и здесь. А, понятно. Ну, туда мы снова не можем, конечно же, попасть. Все, на месте. А, он никак это не комментирует. Операция добыча 12C. Это снова Крубис. Согласно данным кардиомониторов, мы насильно вживили всем вам оплит, и сегодня вы работаете на 8% менее эффективно, чем вчера. Пошли вы, не делайте этого. Работайте лучше. У нас много пушинок нужно добыть. Если вы хотите успеть поставки на следующей неделе, нам нужно выполнить квоту. Ага, да, я выкурил много пушинок и так далее, и так далее. Yo, Krubis again. Just complaining this time. Did you hear about these? Спасли одну. What are you heartless? No, we're not shooting one. I'm putting my foot down. Туда мы тоже попасть не можем. Ну, в общем, те сундуки, которые здесь, видимо, есть, они нам недоступны по какой-то причине. О, а вот куда мы можем попасть? Кайф. Пойдет. Кто-нибудь, помогите. Мы не знаем, захватили ли одного из наших похитителей. Но мы не знаем, что делать дальше. Давай поможем им. Ну давай. О. Ну, слушайте, мы здесь, чтобы помочь. Что происходит? Не надо, не впутывать нас в неприятности. Да нет, мы друзья. Мы тоже ненавидим G3. О, круто. Так, вы знаете, где мы можем найти пусковой диск искривления? Listen, we're looking for a blank warp disk. Do you have any ideas? Yes, ну да, у нашего принца целый тайник. Все, что нужно сделать, это очистить базу варпа, которую G3 разместили на нашей святой земле. Потом ты же вернешь себя в священную землю и спасешь принца. И он нам даст диск? Да, мы сможем помочь друг другу. Такая удачная случайность. Так какой у тебя план? Мы начали сопротивление G3, но только не только поработили нас, но и искоренили наше святейшее место и искорили с нашим принцем. Принцем избранным. Это он, избранный. Ага. Это ужасно. Значит, вы похитили этот G3 мер в качестве разменной монеты, чтобы вернуть принца? Ну да, это умно. Мы вообще об этом не подумали. Мы знаем, где принц. Они поменяли его местами с остальными там. Значит, ты хочешь, чтобы мы его зачистили, а потом вернулись в тронный зал? О, да, неужели ты сделаешь все ради нас? База находится за этим туннелем. Спасибо, спасибо. Понятно. Его действительно зовут избранный принц? Да, он был назван так в соответствии с пророчеством, а потом его превратили в принца. Значит, ты доверяешь своим лидерам пророчествам? А он хороший принц? Ну, пророчество не гарантирует, что он будет хорошим в своей работе. Он просто говорит, кого нам выбрать. Слушай, я не знаю. Мы просто, ну знаете, мы как бы бедствуем, я просто делаю свою работу. Понятно. Oh.
Знаешь, мы собираемся спасать принца. Я немного волнуюсь. Надеюсь, он оправдает наши ожидания. А ты когда-нибудь видел принца или что-нибудь такое? Так, ясно, в ящик надо как-то попасть. Да, вот именно туда. О, черт, это должно быть то самое место. Ладно, давай очистим его, да? Ага, вот туда нам и надо. Только хер знает, как туда попасть. Да в смысле? Я... О, 500 песо нам дали. Все, пусть они там пока тусуются, я попробую туда запрыгнуть. Знает, как это делать. Я тут вообще никаких подсказок даже не вижу. Ни комаров этих, никого. Ладно, пойду все-таки тогда этих выпиливать. Я! Теперь давай посмотрим, есть ли записи. О. Давай вернемся наружу, используем это, чтобы изменить направление чего-то там. Блин, так и знал, что здесь можно залезть. Че нам не дали-то это сделать. Блин, что нажать-то надо? Так, принц меня, наверное, подождет немного. А дальше-то и никак. А дальше-то и никак. Ну да, тут несколько... А, подождите, вон, там есть как пройти. Это и есть избранный? Ладно, думаю, ленивое название было уместно. Они тут тоже смотрят эту штуку дурацкую. И какого хера тебе надо? Боже, мы только что спасли тебя. Может быть, мы могли бы... Может, ты... От чего спас? Я в порядке. Нам сказали, что у тебя есть какой-то пустой варп-диск. Да, конечно, у меня есть куча.
Хорошо, у нас есть все, что нужно. Давай вернемся к Ренчи и попросим его помочь нам закодировать эту штуку. Все. О, избранный принц вернулся. Все восстановлено. Это и есть самый избранный принц, о котором все говорили, верно? Да, разве он невероятен и очень сексуален? Где моя мама? Я хочу есть, я хочу миску клагорша. Принц избранный, мне очень жаль, но у нас закончился клагорш. Могу предложить вам немного... Я не хочу плагробру, мне нужен клагорш. Ты сказал, что клагорш больше не кончится. Ты обещал. Я даже не знаю, зачем я здесь торчу, если я уйду, вам всем конец. Только попробуй не найти избранника лучше меня. Да как вы смеете? Пожалуйста, пожалуйста, это уже записано в пророчествах. Запечатлено в камне на долгие века. Ты избранный, другого не надо, не смеши нас. Именно, но у тебя опять нет клагорша. Скажи мне, где... какой в этом смысл? Просто скажи мне. Происходит настоящая развязка. Нам так жаль, избранный. Как же моя поясничная поддержка? Я думал, ты собираешься купить что-нибудь для моей поясницы. Она меня убивает. Меня выгнали маньяки из G3. Я вернулся, и моя поясница очень нуждается в поддержке. Я оглядываюсь вокруг и не вижу никакой поддержки. И нет никакого клагорша. Мы такие недостойные. Клагорш трудно достать. Простите, простите, избранный принц. Мне сейчас очень тяжело. У меня много чего происходит. Может, вы думаете, это легко быть избранным, но это не так. Я был бы рад, если бы кто-то из вас стал избранным. Я отдал тебе варп-диск, и теперь убирайся отсюда. Убирайся отсюда, мне нужно помастурбировать. Ладно. Ну хорошо, на этом тогда предлагаю нам с вами закончить. В следующей серии продолжим. Всем пока.